Друзья, перед крутым роликом хотел вам сказать, извините за двухнедельное отсутствие, а точнее за первые 16 дней, 17 часов я не был на канале, вот, так что простите, там, не знаю, поставьте лайк на видео, чтобы следующее видео вышло намного быстрее, также пиши комментарий, подписывайся, и тогда мгновенно выходит новый ролик. Постараюсь так больше не уходить, просто взял небольшой перекурчик, как бы, ну, поймите правильно. А теперь погнали к видео. Дорогие друзья, всем огромный привет, с вами Ладарфплей, и в сегодняшнем видео мы с вами повторим легендарные игры из детства в Marlon Playground. Да-да, в сегодняшнем видео мы с вами повторим такие игры, как Angry Birds, Плохая свинья и игру Ерто Диэ. Блин, я сейчас прислал комментарий, то что тупые хейтеры опять бусать. Ладарфплей не может выкрыть название игры, посмотрите, он не знает английского, он не знает название легенды, посмотрите, он даже неуч! Просто неуч, не умеет говорить! Вообще плохой! Плохой человек, он не умеет название игры выиграть! Это не Ерто Диэ, это вообще другое название, он не умеет это выговорить! Но я вам отвечу, ребятушки, идите вы на... Да, я думаю, вы поняли то, что это игра, которая, знаете, на машинке там едешь и зомби давишь. Не забудь перед роликом написать свой комментарий и подписаться на канал, потому что я безумно хочу 300 тысяч подписчиков, и в этом ты мне точно поможешь. Не думайте, что я сильно странный, но это видео я снимал до 300 тысяч подписчиков, когда у меня было, наверное, еще 1295 или 1298, так что ладно, давайте смотреть дальше, но все, подписывайтесь, потому что следующая цель у нас с вами 400 тысяч подписчиков. И лайк поставь, не забудь, понял? Лайк поставь. Подпишись. Вот так вот. Сделай кнопку серой, а не красной. Окей. Я проверю. Я если что деда-то позову, он тебе сделает. Ставь лайк, бери человек печеньки, присаживайся поудобнее, а мы погнали повторять легендарные игры. Фу! Меня аж вырубило такого, вы это видели? Это вообще, это что такое? Это охренеть, ё-моё. Итак, друзья, первая игра это у нас Angry Birds Classic. Не какая-то там, знаете, новая Angry Birds, там, не Звездных Воинов, а обычная классическая старая версия. Погнали посмотрим на один кадр с ней, а потом пойдем повторять. Итак, друзья, в общем-то, первая игра у нас Angry Birds, и мы с вами будем повторять вот этот вот раунд, который я только что прошел. Погнали! Сразу же, и мы с вами видим на этом раунде то, что у нас здесь есть задний фон. В Marlon Playground есть тоже задний фон, слава богу, но он не особо похож, конечно, но я думаю, все равно он подойдет. Главное, чтобы был не серый фон, а какой-то задний красивый фон. Идем дальше. С вами мы здесь дальше видим такое вот небольшое возвышение, можно использовать будет деревянную палочку, но сейчас мы это все с вами придумаем. Также мы с вами видим здесь еще рогаточку, ну как-то мы ее с вами тоже сделаем. Потом мы с вами переходим к дому свиней, и мы с вами здесь видим непонятные каменные сооружения. Я честно не понимаю, как я их буду строить, ну ладно, разберемся чуть позже. Кажется, вообще мыслей никаких нету. В общем-то, идет у нас тут каменные вот это вот треугольнички эти каменные. Дальше у нас с вами идет деревянные палки, но деревянные палки мы с вами сделаем из деревянных палок, которые ломаются. Дальше тут еще какая-то... Много деревянных палок каких-то дальше идет, потом еще лед идет. Ну, лед, я думаю, можно использовать вместо льда можно использовать стекло. Вот, ладно, идем дальше. И дальше у нас тут с вами, смотрите, одна свинья большая, другая чуть поменьше, но в шлеме, и в конце самая маленькая. И вот это вот сооружение также стоит на небольшой такой... Стоит на такой небольшой тоже палке какой-то, вот, на возвышенности. Стоит. Погнали повторять это все в Marlon Playground. Погнали. Друзья, давайте я поставлю своего персонажа, и мы с вами начнем повторять это все. Начнем с вами повторять. Ой, это вообще, я думаю, это будет очень сложно. Ставим в первую очередь ставим с вами задний фон вот такой вот. Жаль, что разработчик еще не добавил новых задних фонов, так что будем пользоваться вот этим самым первым.
Добавь новые задние фоны. Так, вот я поставил своего персонажа, поставил задний фон. Теперь мы с вами делаем возвышенность. Возвышенность, как я говорил, мы с вами сделаем из специальной штуки. Либо из кирпича, кстати. Кирпич более больше подходит, чем вот эта вот деревянная штука. Хотя нет, деревянная штука больше подходит, так что берем деревянную штуку. Кстати, друзья, вы заметили то, что почему-то после обновления 16.0 все предметы начали левитировать, типа у них как будто неровный хитбокс или хитбокс неровный вот у этой вот, у этой земли, да? Ну ладно, я не знаю, конечно, чё, с чем это связано, но мы с вами это пододвинем обязательно, чтобы никаких таких не было изъянов, чтобы таких не было никаких. Ладно, давайте раз вот это вот так вот делаем и чуть-чуть вот так вот, оп, оп, все, зашибись. И ставим вот сюда, вот так. Но я считаю, это вообще, это шедевр. Так, ну смотрите, у нас здесь на скриншоте мы с вами видим то, что есть кусты, а кустов здесь нет. Так что давайте вот, вот здесь вот кусты, вот у нас в принципе тут чуть-чуть кустов есть. Вот здесь и поставим, вот так вот. Не, надо больше делать, Это вообще никак не выглядит, никак не смотрится. Вот так. Еще даже больше, наверное. Вот так вот. И вот как-то примерненько вот так. Все, я думаю, это зашибись, все выглядит. Дальше давайте с вами построим рогатку. Как нам построить рогатку? Как? Ладно, окей, сейчас разберемся. Давайте возьмем с вами вот эту вот железную штуку, хотя рогатка у нас сделана из дерева, да. Да, давайте сделаем из дерева, почему бы и нет. Берем, в общем-то, вот такую палку обыкновенную и делаем из нее рогатку. То есть чуть-чуть потолще делаем, бац. Как-то вот так вот. Ну, это слишком толстое, я думаю. Давайте чуть-чуть поменьше, вот так. Буквально как-то вот так. Сразу скажу, сразу же хочу сказать то, что это Melon Playground, это 2D, во-первых. Во-вторых, кубики, кубическая игра, в общем-то, и на 100%, конечно, не потянет, но я попытаюсь сделать что-то похожее на прохождение раундов, которые мы с вами будем пытаться повторить. Вот, так что... Оценивайте, друзья, в комментариях, как вам вообще, похожий или не похожий. И также я еще буду сам оценивать, похожий получилась игра или не похожий. Вот, погнали дальше. Так, дальше у нас с вами здесь вообще какая-то непонятная штука идет. Рогатка вот такая, по идее, должна быть. Ну, блин, я не понимаю, что делать? Ладно, давайте вот сюда поставим вот так вот. Ну, это вот так примерно, эта рогаточка будет примерно вот так вот. Это мы с вами суживаем, так вот. Оп. И ставим вот здесь. Оп, вот так вот. Ну, смотрите. В принципе, друзья, неплохо, я думаю, да? Так, это я там случайно кое-что поставил, да? Ну, ладно. Как-то вот так, вот такая рогатка получилась, да? Ну, посмотрите, это выглядит вообще довольно неплохо, да? Так-то-то, друзья. Ну, вы только гляньте, ребятушки! Рогатка вообще самая, вообще здесь такая, самая вообще классная получилась. Так, и нам надо поставить здесь не такую хрень, а немножко другую, чтобы она висела, оп. А, если он висеть не будет, мразь. Ну ладно. Как ее растянуть-то тогда? Вот так вот, и это все мы с вами зафризируем. Вот такая рогатка получилась. Я понимаю, то, что это не очень похоже, да? Ну да, так-то, мне кажется, лучше просто сразу вот так сделать. Это как бы, ну, я так считаю, вот так. Хоп, и все. Потому что именно в Angry Birds здесь такая рогатка, вот. Но мы с вами будем запускать птичек немножечко иначе. Идем дальше. Иди отсюда, Мэлан в хаске. Дальше опять у нас идет с вами возвышенность. И опять мы с вами ее сделаем из деревяшечки, из деревянной палки. Вот, погнали. Куда она улетела? Ё-моё. Так только в этой игре может быть, честное слово. Так. Ресизы. И растягиваю. Так. Так. Ну, я думаю, примерно вот до такого размера, да, растянуть, наверное, и чуть-чуть побольше. Ну да, мы с вами здесь, в принципе, видим вот такая, оп-оп. Ну да, вот я думаю, вот такая вообще тема подойдет нормально. Такая деревяшка подойдет, такая растянутая. Ставим вот сюда. И начинаем с вами строить самое сложное, это этот вонючий дом, в котором сидят вонючие свиньи. Погнали. Ставим с вами палки, в первую очередь, просто в первую очередь всегда палочки ставятся, как бы, да? И вот так вот бам-бам-бам, вот что-то такое вы мне объясните, а? Еще тут реклама каждые 20 секунд. Так, ставим вот сюда, вот так, бац.
Ну, чуть-чуть даже пониже, вот так вот, бам. Хоп. Как-то так. И ставим с вами три опять палочки. Но я предлагаю их просто скопировать и вставить, как бы. Зачем делать геморрой, если можно так все легко сделать, да, друзья? Вот так вот берем и ставим вот сюда. Оп. Все, найс. Какого? Так вот. То есть тут вроде кубик идет. Кубик идет. Так. Такой кубик. Копируем. И обычный кирпич вот сюда же ставим. Бац. Все, найс. Хоп. Хоп. И наконец-таки ставим свиней. Свиней ставим. Свиньи у нас знаете чем будут? Знаете как у нас будут свиньи? Свиньи у нас сами будут... Свиньи, друзья, у нас с вами будут из меланов. Погнали. Сразу же три свиньи ставим вот так вот. Хоп, хоп, хоп. И удаляем. Бам. Все, смотрите, три свиньи получилось. И одной мы с вами одеваем шлем. Так, шлем одеваем. Тут у нее, конечно, коричневый. Ну, тут же нету коричневого шлема. Я что сделаю? Одеваем вот такой. Все, найс. И вот этих всех хрючей перемещаем в наш дом. Не в наш дом, точнее, а в их дом. Вот так. Оп. И ставим очень много льда. Чуть его поменьше надо, конечно, сделать. И он вроде одного размера. Вот так вот, да, бац. Все, копируем. Копируем и ставим вот сюда много льда. Ну сколько здесь под этих самых, сколько здесь льдинок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть льдинок. Два, три, четыре, 5, 6. Как-то вот так. И еще ставим маленькие досочки. Вы думали, я про них забыл? А я про них не забыл. Да-да-да, вот так вот. Ну, я не знаю, пойдет такие тут под этот, нет? Хрен с ним, пусть будут такие. Хотя бы какое-то разнообразие, а то у нас с вами все сливаться будет. Сколько этих палочек здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 палочек здесь. Ну, нормально. Точнее, я сейчас сниму и покажу вам, насколько правдоподобно получилась эта сцена из Angry Birds, этот раунд из Angry Birds. Погнали. Как мы, кстати, сделаем птичек, да? Сейчас я вам покажу, как мы сделаем птичек. Птичек мы сделаем вот из этого, вот из этой клубники. У нас их там было 3. Так что делаем тоже сами 3. Бам. Копировать! И удаляем. Бац, все, зашибись. Хоп. Хоп. И все, и сейчас я сделаю примерно что-то вроде Angry Birds, и мы с вами проверим, похоже это или нет, и после того, как я это сделаю, мы с вами оценим по правдоподобности этой сцены, этой игры, этого повтора игры. В общем-то, погнали. Я считаю, это шедевр 10 из 10. Я эту каску выброшу нахрен, она мне вообще не сдалась. Как я понял, друзья, кактусы походу не взрываются у нас за счет мин. И из-за этого, собственно, ничего и не вышло.
Я честно не знаю, почему они у нас не взрываются за счет мин. Я честно не знаю, что я тут за бред несу, но я хотел взорвать кактусы, чтобы из них выделился сок. Это типа был бы сок свиньи, когда сработал взрыв, который вы видели. Но в принципе и так похоже, если считать это что-то мыло на плейграунд, то я повторю, в мыло на плейграунд Angry Birds это на 10 из 10, по моему мнению. Пишите в комментариях, как вы думаете. Да, как бы вот этот вот... Как бы, ну вы, собственно, я думаю, поняли. Ладно, идем к следующей игре. Пишите свою оценку Angry Birds в комментариях. А мы идем дальше. Итак, друзья, следующая у нас игра идет «Плохая свинья». Погнали! У нас там была такая, знаете, небольшая скала, но я тоже возьму небольшую скалу. Свинья едет. Значит, у нас тут с вами просто свинья едет и лутает звезду, и уже на финише и взрывается. Нормас, нормас. Я придумал, как это сделать, друзья. Заходим с вами вот на эту карту. Это карта таких, знаете, скал, она более всего, больше всего похожа. И начинаем с вами строить для нашей свиньи, в виде Мелона опять, машину, да? Ну давайте сперва построим, испытание построим сперва. Ну давайте, к примеру, блин, что же сделать-то? Ну я давайте звезда будет снеговиком, потому что снеговика проще всего сбить. А способности Мелона Плейграунд ограничивают очень физику, то что арбуз хрен он передает, так что пусть будет снеговик. И будем с вами сейчас сделать машину тоже. Машина у нас из чего будет сделана? Да я даже не знаю, из чего машина будет сделана, честно. Давайте сделаем ее из столов. Почему бы и нет, если да. Погнали. Знаете, сейчас мы с вами сделаем куб из стола. Сделаем мы с вами сейчас куб. И в этом кубе у нас поедет наша свинья. Вот так, бац. И копируем. Теперь мы с вами... Не надо нам автосейв. Теперь мы с вами делаем вот так вот. То есть, знаете, как бы закрываем этот куб, и это надо как-то все соединить. Интересно, соединится или нет? Parent. А, соединилось. Все, зашибись. Теперь мы с вами это копируем и вставляем три раза. Раз, два, три. Все. То есть мы с вами видим то, что, друзья, у нас уже с вами что-то получается, да, похожее на на машину свиньи. Вот так вот, знаете, давайте представим такую музычку. И мы с вами типа создаем транспорт. Далее, берем колесики. Колесики берем. Вот так вот. Такие колесики. Колесики. Ну, их надо чуть поменьше сделать, это сильно большие, я думаю. Как-то вот так примерно. Бам. И просто копируем. Не будем сами реально. Гемор делать, вот так копируем и вставляем вот сюда, бам, и все, зашибись. Вот далее, вот так ставим, вот так сюда ставим и сюда. И вот, друзья, посмотрите, у нас, кстати, реально получилась точно такая же машина, как в этой игре со свиньей. Дальше, чтобы это у нас все с вами рассыпалось в нужный момент, скрепляем это все специальными веревочками, которые вы сейчас видите на экранах у себя, наверное. Если вы видите на экранах у себя, это классно, если не видите, то... Это плохо. Так, бац. Так, мне на как это все выйти? Ёлки-палки, скрутись, пожалуйста. Вот так, все, найс. Далее, вот сюда. Бам. И. Бам. Как-то вот так это все выглядит. И теперь мы с вами скрепляем сами кабины между собой. Какого хрена? Ладно, давайте мы их просто сами соединим, пойди. А, они тогда не развалятся, наверное, у нас. Или развалятся. Ладно, давайте соединим. Давайте соединим. Ладно, вообще похрен. Так, давайте мы сами сразу же уберем ниточки, потому что они вообще тут не смотрятся. Ну вот, посмотрите. Я считаю, вообще прям идеальное схожество. Три. Было затрачено три кубика, два колеса и одна свинья. Свинью сейчас мы сами сделаем. Так, бам. Ну, свинья сдохла. Ну, смотрите, в целом-то, ну, блин, ну да, подойдет, все подойдет, все подойдет. Так вот. Бам. У нас ждут с вами башка поедет, то есть вот. Ну, нормально, а чё?
Эта башка, в общем-то, смотрите, сбивает снег и взрывается вот здесь вот. Вот здесь вот взрывается она, значит, мы здесь с вами ставим мину. Вот так, бам, погнали, друзья, поехали. Поехали. Вы готовы, друзья? На счет три вы увидите результат, и мы с вами посмотрим, как это все выглядело. Поехали. Вум. И что, смотрите, как оно встало нормально, да, то есть... Нормально, нормально, друзья, вот это нормально пошло. Давайте попробуем еще взорвать ее здесь, поди, что получится. Через чисто выйдет, поди. Найс. Давайте проверим, как это все получилось, и посмотрим оценку этому повтору злой свиньи, плохой свиньи. Дальше у нас с вами идет игра Ерн2Ди. В общем-то, я честно, я не знаю, как мы ее будем с вами повторять. Ладно, давайте мы с вами зайдем на... Какую карту мы с вами даже зайдем, я даже не представляю, честно. Давайте мы с вами зайдем на карту... На карту, ну, к примеру... На карту вот с... Постройка, это типа у нас, эта постройка, это будет у нас гараж, вот смотрите, то есть вот такая вот карта, да, у нас, и вот эта вот построечка, это у нас гараж будет, так, просто запомните это, друзья. Ну и давайте начнем, что тут можно сказать, ну, у меня зомби как раз таки нахрен нету. Ладно, будем использовать с вами зомби из Майнкрафта, вот, давайте, так, во-первых, делаем задний фон. Это самое важное. Во-вторых, теперь делаем парочку декораций. Декораций. Ну, допустим, тут вот коробки поставим, да? Вот так вот. Здесь тоже коробки вот так вот поставим. Бам, бам. Тихо. Бам. Бам, вот так вот. То есть у нас здесь с вами будет лежать мина. Ну, это я делал что-то наподобие этой игры. Как я вам говорил раньше, то это нереально сделать точно такую же в Melon Playground. Это очень сложно и очень муторно. Нереально, короче, честно, нереально. Да, можете, друзья, попытаться, но я думаю, навряд ли у вас получится. Вот. Ну ладно, можете, если хотите, можете попытаться. Я вас ничего не ограничиваю, не заставляю. Можете попытаться. Вот такая тут будет, допустим, тема, да? Так, бам-бам. Тоже столы, стулья. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь у нас с вами будет такая мина лежать. Мина вместе с бомбой. Проверим, оно поди взорвется, дай бог. Еще чуть-чуть осталось доехать до гаража. Вообще, конечно, вообще не чуть-чуть, ну ладно. Далее что поставим? Далее поставим, давайте с вами опять обычные коробочки. Тыковку еще поставим. Дальше, так. Как-то вот так. Стул еще поставим. Что еще? Ну вот это поставим. Не знаю зачем, честно, пусть будет. И вот так сделаем. Типа трамплин. А, давайте реально трамплин еще сделаем. Это ж клевая тема. Вот так вот, типа. Он получается так вот заезжать, и игрок будет. Бам.
Бам, все, вообще найс. Это теперь мы с вами зафризиваем все. Там мина. Это надо поаккуратнее с этим. Вот так вот, вот так вот так. Ну, знаете, у меня уже начало лагать, так что давайте еще вот здесь вот сделаем парочку зомбаков и все. Я думаю, этого предостаточно вообще. Вот так, еще вот сюда одного поставим, чтобы они чисто шли. Все, погнали. Теперь мы с вами давайте поставим машинку. А машинка у нас с вами будет джипарь. Да-да-да, джипарь, именно джипарь. И на этот джипарь нам надо с вами повешать вот эту турбину, хотя бы одну. Хотя бы одну турбину. Вот. Погнали, вешаем, друзья, эту турбину на джип на наш. Бам. Все, найс. Так, это мы с вами удалим. И садим за этот джип любого персонажа. Допустим, Стива из Майнкрафта, да? Почему бы и нет, если да. Вот так, все. Ну и что, друзья, поехали. Нажимаем на кнопочку Flow и нажимаем на кнопочку Start Driving. Все. Все, и мы сейчас с вами типа поедем. 3, 2, поехали. Ага, поехали. Нажимаем Start Driving. Поехали, друзья! Оба. Фейл был, небольшой фейл, ладно, флов. Давайте в замедленном режиме лучше, друзья, да? Как вам такая идейка? Все, я считаю, мы с вами это повторили. Ха, найс вообще. Ну и что ж, друзья, вот такое видео сегодня получилось. Влепи свой лайк, если это видео тебе понравилось. Также подпишись на мой канал. Давай добьем 300 тысяч подписчиков. И на 300 тысяч подписчиков ты увидишь новую часть обычного дня в Melon Playground. Пиши также в комментариях оценку этого повтора, этих легендарных игр. Как вообще тебе такой формат роликов? Если он тебе понравился, ставь свой лайк. Если будет большая активность, то я подумаю и, возможно, сниму даже вторую часть, повторяю, легендарные игры в Melon Playground. Также пиши в комментариях свою игру, которую ты хочешь, чтобы я повторил, легендарную игру детства свою, вот. И, возможно, в следующем видео я именно ту игру, которую ты напишешь, повторю. Ставь лайк, подписывайся на канал, также переходи и подписывайся на мой телеграм-канал, потому что именно там выходят всякие интересные моды, сейвы, ваши моды, сейвы, которые вы мне скидываете, я их выложу на свой канал. Арты, обработки, всякие кругляшки и также много чего интересного. Ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Ну а с вами был я, LadarFlay. До следующего видео. Всем, друзья, пока! Фу!